Здоровая девчонка такая. Ой. Моментально по объему головы. Его глаза. Да ну нафиг. Китаяночка хорошая. Я был с кем, но сюда я не пошел. Ба, точно. Вот завтра на матч вот эту фотку загрузить на большой куб. О, это звезда. А это сестра твоя, что ли? Всем привет, я Арсений Грицук, нападающий хоккейного клуба «Авангард», и сейчас я буду угадывать хоккеистов. Всем привет, я игрок хоккейного клуба «СКА» Александр Никишин. Всем привет. Всем привет, я Семен Чистяков, защитник команды «Авангард» Омск. Сейчас будем угадывать хоккеисток. Всем привет, я Илья Коновалов, вратарь сборной России и игрок хоккейного клуба «Динамо». Ты готов угадать этих замечательных красавиц? Ну, красавец, может, я угадаю, а хоккеистов не факт, что всех. Допустим. Да, я готов. Наверное. А хоккеисток, ну, попробую. Погнали, первый. Ну, это легко, Саня Никишин. Ну, это, дамы и господа, Александр Никишин, я думаю. Да. Это, по-моему, легко, это Никишин, да? Да. Что выдало? Не знаю, глаза его. Ну, ты такой здоровяк, здоровая девчонка такая. И по щечкам, наверное, по глазам больше понятно. Почему я такая страшная? Ну, это понятно, короче, кто. Это я. Да? Ну, да. Ты сомневаешься? Ну, мне кажется, стрёмный какой-то здесь. Ну, мне кажется, это я. Да? Да. Сеня тебя назвал пафосной такой. А мне кажется, не, ну лицо-то понятно, но страшненькое, мне не понравилось. Так, окей, давай дальше. Сложнее его. Так, а кто это? Ну, это тоже, наверное, игрок сборной, потому что Red Machine. Мамин? Да. Это, мне кажется, Макс Мамин? Да. Я его лично не очень хорошо знаю, но... Толч с ним хорошо общается, как бы так, пересекались пару раз, но по глазам, наверное, больше понял и как бы по зубам, может быть. Не значит, тяжело. А, это нападающий. Нападающий? Акулов, может? Нет, да? Вот, но, в принципе, направление верное. А, Макс Жашвили? Нет? Мамин? Не знаю. Макс Мамин? Да, это он. Надо, он же сейчас тоже в сборной здесь, надо его, да, теперь да, показать? Да, можно, можно его вот завтра на матч вот эту фотку загрузить на большой куб. Хорош, да, круто, молодец. Ой, а вот эта красотка кудрявая. Ну, это такая красоточка реально. Сомска. Да? Гриц. На кофе. Нет. Пусть обойдется. Гриц. Дальше. О, это звезда прошедшего сезона. Ой, лучший новичок континентальной хоккейной лиги. Тут даже, ну, накладывать-то ничего не надо было, правильно же? В принципе, и волосы его. Так, Арсений Грицук, дамы и господа. Ну, это Грицук, да? Да. Здравый. У него улыбка, глаза сразу почему-то выдали. Как он тебе в роли? Не знаю, мальчиком посимпатичнее будет. Ничего такое, симпатичный был. Сейчас не знаю, что не очень стал. Это я, походу, с премией КХЛ. Нифига себе. Можно позвать ее? До свидания. Я думаю, да. Почему нет? Не, вот это здорово. Вот это можно мне фоточку даже скинуть. Ой, а вот это потом я сбросил. Я на звонок поставлю. Жапяров. Да, как ты угадал? Объясни, что там? Да это один в один, как бы волосы просто подлиннее. Ну, может, как ему надо это... Краситься? Нет, имидж сменить, там волосы отрастить. Ну, ему пойдет, да. Ну, короче, Жапяров один в один, балыч. О, ну это... Дамир Жапяров. Игрок СКА. Как ты так его сходу? Ну, сразу же, по выражению, по большим глазам, так по выражению сразу понятно, что это он. Ну, а тут... Тут понятно тоже, Дамир Жафяров по глазам, по улыбке, по чертам лица, мы с ним летом занимаемся, как бы, наверное, черты лица его я знаю, особенно улыбку. Ну, это Дамир Жафяров.
его глаза выдали. Ты прям сходу. Да, ну тут такая легенькая была. Ну и плюс с призом. Не так много ребят, наверное, да, с призом. Следишь, да, за наградами? Ну, конечно, конечно. Хорош. Давай дальше. Ух, сложно как-то. Че, встрял? Диц? Нет. Ну, тяжелее. Это уже прям уровень такой, да, пошел 100. Это на самом деле тяжело, надо в глаза всматриваться. Это одна из таких тяжелых или? Да, верно. Это иностранец, могу сразу тебе сказать. Найт? Нет, играет в НХЛ. А, в НХЛ? Иностранец? Маккен? Ну, так, вот я думаю, скажу. Такую мощную тебе даю подсказку, это вратарь. Вратарь. Ты хочешь сказать, чтобы я знал иностранных голкиперов? Сразу без вариантов, нет. Честно, не знаю. Кто это? Нет, я не знаю. Блин, я не знаю. Ну, как-то. Ну, тебе, давай, нет больше? Ну, я не знаю, я не знаю. Давай дальше, потом. Давай, хорошо. Хоккейный сезон уже в самом разгаре, и мои друзья из Лиги Ставок дают шикарный бонус до 10 тысяч новым игрокам, а старичкам шанс выиграть более 145 миллионов вне зависимости от исхода. Лови свой большой куш, и если уж играете, то играйте с лучшими, а это Лига Ставок. Официальный партнер сборной России по хоккею, хоккейного клуба «Скай» и хоккейного клуба «Сочи». До встречи в игре! Прикольно вообще, Малкин? Да. Да, вообще, прям очень прикольно. Такая фотка, и прям черты лица жесткие прям выделяются. О, Малкин. Ну, ни с кем не спутаешь. Почему? Не знаю, черты лица такие. Так, ну, Женя, Малкин сразу же, конечно же, видно. Ну, моментально по объему головы. По вот этой. Сразу понятно. Это молоточка. Это Женя Малкин. Да, как ты угадал? По улыбке, может, как-то по глазам, у меня скулы такие. Легко было. Что, следующий? Хорош, да, давай следующий. Нифига себе. Ой, а это сестра твоя, что ли? Будь что-то такое с Казахстана, не знаю. Китаец какой-то? Меня с ним часто путают. Месси. Хорош, хорош, спасибо. А что, тебе не говорили, что на Месси похож? Не, мне вот двоих говорят. Вот. Кто на фотке и на Месси. А, ну все, я понял. Но это Толчинский? Да. Блин, а я просто смотрю, думаю, азиаточка какая-то. Ну прям, знаешь, типа вообще. А потом такой пригляделся, и как бы щечки вот эти, мешочки под глаза, и, ну да, Толчи, сразу понятно. А это откуда у него фотка такая, типа? Это вот с матча звезд Челябинска, да? Презентация игроков. Блин, вот это круто вообще. Да. Толч. Ну, кстати, сестра посимпатичнее будет, потому что я себя тоже переделывал, ну что-то так, а тут прям я, конечно... Ручки-то у меня вспотели, когда эту фотку сделал. Ну не, ну... Толч переделали, ну, нормально, да. Вот с ней бы можно на кофеёчек. Да, Толч, да, я уверен, что Толч. Да, Толч, точно. Точно Толч вот это. Какая моя подсказка тебе была? Никакая вообще, честно. Я что-то, я смотрю, что-то, ну, знакомое, ну, я не могу понять вот так вот. Ну, я понял, Толч вот так вот, если волос так убрать, ну, Толч. Я вот за китаяночку принял, да? Тут чуть-чуть. Ну давай дальше, если мы потом вернемся. Потом посмотрим? Да. Воробьев. Михаил, нет? Нет. А кто это? Бурдас. Ты вообще один в один, как хоть там невозможно поменять. Некоторых личностей это просто... Да, ну, вот как, что за тема ничего, такая? Ничего не сделаешь. Да. Антон Бурдасов. Ну это Бурдас. С какой-то золотой медалью. Ну, это с его молодежь чемпионата мира, да, я так понимаю, фотка? Охренеть. Не знаю. Так, ну интересно, хорошо, давай дальше. Это жесткие загадки для меня, если честно. Вот, честно, я бы даже не понял, что это переделанный пацан. А это точно поменяли, нет? Всех поменял? Или кто-то есть девчонки какие-то? Сергач. Я вообще, у меня нет мысли, даже не могу сейчас думать. Это русский. Русский, точно? Да.
Да ну нафиг. Кузя. Просто посмотрел, знаешь, такой знакомый взгляд, а сейчас типа смотрю и не понимаю. Ну, я бы подумал, кое-как Кочетков, кое-как, знаешь, как... Петя? Ну, да. Ну, нет, наверное, нет. Нападающий. А, Кучер, Кучер. Да? Угадал? Да, как? Не знаю, как ты. Почему-то сразу вот пришел на голову, ой, ну, в голову. Фамилия Кучер, что-то похоже. Все, да ладно, давай, тогда нет. Без понятия. Давай дальше, ладно. Давай. Просто как будто в женской хоккейной лиге просто фотку взяли девчонки и такие, типа, ну угадай. Ларионов, скорее всего. Нет? А если судить по майке, то это, скорее всего, Торпедо. Это с Торпедо игрок. Но сейчас он не факт, что в Торпедо, да? Не, в Торпедо. В Торпедо. Это, по-моему, ничего не меняли, да? Это из женской хоккейной лиги. А я ее... Сейчас фамилию забыл. Она в сборной России. Она? Да. Точно она. Я забыл фамилию. Точно не путаем? Не-не-не-не. Эль Крученин. Ну ты близок, ты сказал. Прям почти отгадал. Да не. А что я... А кого я отгадал? С Торпедо то, что? То, что из женской хоккейной лиги. А я должен назвать девчонку? Подсказки будут, но это Г, девушка. Фамилия. На ГГГ. Забыл. Я всегда ее знал. Нина Пирогова? Нет? Как девчонка. Все, типа, и это никто? Не из пацанов? Нет, это, ну это хоккеистка. Подстава, то есть, да? Да. Сын, извините, кого там приписал к девчонке. Да потому что ты сбил с парнями, с переделанными, такими, непонятно. Блин, ну точно сборная России играет, я знаю. Ангелина. А, тоже Пирогова, нет? А это Ангелина Гончаренко, вот она, это непеределанная. Блин, фига себе. Ну так-то я на 50% угадал. Ну да. Торпеда, главное. Да-да-да. Все, что, в принципе. Она уже защитник же как раз. Да, поэтому я как бы доволен. Значит, не всех Торпеда знаешь. Ну да, кроме ЖХЛ. Если бы я сказал Серега Гончарука, ты бы сказал, нет, это Гончаренко. Не, ну ладно, я извиняюсь перед Серегой, но, блин, прикольно. Прикольно то, что спрятали. Так, ну хорош. Так, тебе надо показать тех, которые ты не гадал, да? Да, да, посмотрим. Да. Вот это что? Кто это? Это Бурдасов. Ба, точно! Блин, а как я так не угадал? А заново. Не, ну видишь, как интересно. Не, реально, сейчас я понимаю, что да, то, что глаза вот эти, знаешь? Это Никита Кучеров. Да ну нафиг. Офигеть. Серьезно? Ну это не тяжело вообще. Было угадать Кучеров. Блин, ну чуть по глазам можно было понять. Ну вот если, мне кажется, если бы я его в жизни хоть раз встретил, мне кажется, я бы догадался. Но это... Ну хотя и вот эта голова типа овал. Угу. Да, наверное, можно было догадываться. И то ты скажешь, ты уверен? И ты такой, нет, наверное, нет. Нет, точно не он, ты. Да, ну и Хеллибек это не угадал. Да, и вот получается вот последний. А, Хеллибек. Вратарь. Я даже не знаю, прикинь? Нет, точно, не угадал бы точно. Подожди, так это кто? Это тебе говорить? Так я не угадал, да. Это Толчинский. А-а-а. Ну по глазам, да, черные. Ну темные, не знаю. Да, я, конечно, дуб. Не, ну хорош, слушай, ты... Ну я почти всех тоже угадал, да? Кучу угадал. Кучу, вот два было самых сложных, это Куч и Хеллибек. Вот ребята вот... А Толчинского все угадали? Ну угадали, да. Ну да, похоже. Так, давай твой топ-3. Красавец. Ну, первое. Сеня. Так, там будет, да, мне кажется? Да. Это топ-1 мира, я бы даже в Европу, мне кажется. Ну, Толчи, конечно, да, Толчи. Китаяночка хорошая. Ну и, наверное... Ну и вот. Ангелина, да. Хорош, хорош. Блин, спасибо. Таки уважение надо было дать. Топ-3, кто тебе больше понравился? Че? Ну да. Женщин? Ну да. Нет таких. Ну как переделали, кто тебе больше понравился? Ну точно не Бурдас. Блин, да никого не...
Я бы ни с кем сюда я не пошел. Так, ну что, давай, кто твой топ-3? Гриц будет второе место. Так, второе. Джафер третье и первый Бурдас. Хорош, а себя-то на какое место? Блин, ну последнее вообще, я страшный какой-то там, пипец. Ну реально, еще глаза закрыты, как-то сфотографировали ужасно. И у меня знакомый есть, который сейчас похожий даже на меня. Вот я вот через эту фотографию. Ну, короче, вот эти топ-3 по-любому. Но Бурдас фаворит мой. Хорош, Саня, спасибо тебе большое. Спасибо. Кто тебе больше всех понравился? Себя можно считать? Конечно. Ну, вот я понравился себе. Да, топ-1, там, топ-2. Да. Толчи и Макс Мавин. О, хорош, хорош. Любишь брюнеток. Спасибо. А у меня блондинка девушка, ничего страшного. А, ну, ну ты себя первый назвал. А Никиша, Никиша мне не понравился. Такая пафосная девчонка прямо. Да, такая что-то, да, что-то идет. Мне уже все не нравится. Московская. Да, да. Блин, ну круто вообще. Блин, спасибо тебе большое. Тебе спасибо, что позвал.